рады вас приветствовать на уже на 11-м турнире «Гладиаторы в клетке». Мы по аналогии с лучшей лигой мира UFC проводим отборочные турниры, так называемые роады. «Гладиаторы в клетке» у нас в зале. Это турнир среди любителей. И уже здесь, в Харитонове, я думаю, это традиционный турнир станет для этого места. Мы проводим наши номерные турниры. У нас сегодня работает 11 пар. Файт-карт международный. Ребята, это такой трамплин как бы в будущее. Потому что в этом году торговая марка Немиров заключила международный договор с UFC. Теперь они являются официальными спортами. Это огромный шаг вперед для нашей страны, для Украины, так как Немиров является представителем Украины. Следующий турнир, я думаю, мы сделаем уже где-то в феврале. Ну и мы хотели бы, чтобы в Харитонове он стал традиционным. И это было место встречи всех спортсменов. И мы хотим показать, что не только бои, не только спорт, но еще и шоу. Специально для гостей нашего турнира была развлекательная программа подготовлена. Выступали заслуженные артисты Украины, известные рэп-исполнители. Ну, и мы бы хотели от вас услышать обратную связь, кого бы вы хотели увидеть и услышать на наших новых турнирах. Второй турнир в ресторане Харитонов. Сумасшедшая аура, просто сумасшедшая. Огромное количество посетителей, которые смотрят, что с огромным удовольствием смотрят за бои. Спортсмены просто выкладываются на 150. Друзья, Борис уже в зале. «Гладиатор» промоушен сделал очень большой шаг. Большой шаг в плане именно развития профессионального вида спорта ММА. И огромное спасибо Артуру Малявину, огромное спасибо Александру Демирчу, как бы хороших спортсменов следующего бойца в этом карте. Сегодняшнюю победу посвящаю нашему клубу «Центурион», в частности нашим тренерам Катыхину Владимиру Николаевичу, Маковозу Александру Яковлевичу и всем спарринг-партнерам клуба «Центурион». Мы к этому бою готовились, мы знали, что парень борется, парень физически тяжелее, сильнее. Работали возле клетки очень-очень много. Год назад мы с вами общались, тогда я выиграл профессиональный подсечен, в Харькове проходил. Это был мой профессиональный дебют. После того я уже провел это четвертый бой, три из них выиграл, есть цели. О них тренера знают, есть цели, потихоньку движемся к ним, планы большие.